Договорились. Я расскажу вам, как некоторые информации, это я наш корабль, сегодня наш программ, и объясню вам. Штормит. А, вон, видишь, вот эта мель. Вот они стоят около мели. Ну, вот там вот плавать. Ой, судно. Ну, оно будет носом на волну и, конечно, поменьше будет качать. Шторм штормом, а прическу надо все-таки. Поправить, да. Все-таки погружаться будем. Конечно. Снимать. Дует, наверное, я не знаю, под 30 узлов. Что под 30? 30 узлов, говорит. Ну, в общем, мы спрятались. И не так качает здесь. Они выпускают пловца, тут ныряет. Привязывают к чему-то, ко дну, к кораллам, там, к камням или еще к чему. И все, и судно встает. Ну, удивительно. На Балтике бы, наверное, такой фокус не прошел бы. Все готово, привязал, молодец. Сейчас зацепит. Прекрасно. Да, если с собой можно. Нет, спасибо. Да, мне не будем больше чем делать. Просто это закон, это инструктор, который будет управлять за собой, для этого максимально, для тебя, поэтому это будет тоже заметен. Ну что, нас сейчас будут одевать. Можно это массовое купание. О, как здорово. Все. Ребенка моего чудя вот такой костюмки. Сейчас что-нибудь придет, блин, сзади, блин. Да, точно приходит. Все, посидим. Вот так вот. Одно размер.
наш инструктор помогает. Ну, с Богом. Костюм это не очень. А я решил, что второй раз купаться я не буду. Принеси
принеси полотенце. Сейчас. Что может быть лучше мокрого полотенца? Не надо меня снимать в этом положении. Обязательно. Ну что, покатались, поныряли, снимали, отдохнули, пообедали. Все, теперь в обратный путь. Домой по штормовому морю. Довольно-таки здорово. Хорошая прогулка. Просто рекомендую всем.